К большому сожалению, в многоэтажных домах города Цхинвал нет центрального отопления. В связи с этим, с наступлением холодов гражданам приходится ставить электрические, но чаще газовые обогреватели. Вследствие этого, естественно, уменьшается давление природного газа в газопроводе и квартирах. Мы обратились в ГУП «Энергоресурс» за разъяснением сложившейся ситуации. Как оказалось, проблемы как таковой не существует. По словам специалиста, если у некоторых граждан слабая подача природного газа, им прежде всего необходимо узнать причину, а их, как оказалось, немало. Давление газа город Алкидари нормально поддерживает, в зимнем режиме поддерживает канал. Эрен кожурым байдам чадам фаслаби даме газы. У меня есть разные причины. Фала нарушение же не шиз, манжет не шиз, чуз газ не в. Входы кранты засоренные, венч приборы сахота засоренные. Еще одна причина слабой подачи природного газа – это старые счетчики, срок эксплуатации которых давно закончился. Любое оборудование не всякий срок эксплуатации. Когда тяжелый байдаушидар нарушение там я растворит нерсидикутар, ну индер моментер. А в основном вайм байдау срок эксплуатации паспорт дисфест, а уже срок эксплуатации кошева. Когда я на таком райвай, когда то нам обун меня госстандарт кайхунем, ум не мис, уже цела лаборатория кусима, госповерка помощала уже газовый прибор, счетчик конкретно. Многие граждане, заведомо не прочистив трубы и дымоходы, подключают газовые обогреватели, что создает большую опасность. Специалисты предупреждают, что перед установлением газовых обогревателей необходимо устранить проблемы. Для этого нужно обратиться в соответствующие службы. Курагестер, куверен, кадр, гади, фаджурет, специалисты, фаджурет, не номер, сынбок. Могу сказать, что там уж подтасти. Журен Ганани 104, да, на 929-811-3004. Мы аккуратно с там, что мы отдаем непосредственно из тем из проблема Рожура Мохслужбама, Моходам Сержесте, Фенджесте, что мы такие причина. Специалисты уверяют, перебоев в подаче природного газа не будет. Стелла Бязарова, Заур Устаев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.